Здорово. Приветствую вас на своей дополнительной миссии номер 5 игры Commandos 2. По заданию нам нужно отключить прожектора, ну и провести какую-то диверсию маленькую. Я сделаю погромче звук, потому что вообще ничего не слышно. Начнем работу. You've got the right man. I never saw a good idea, I suppose. Давай немножко тупанул, сейчас свяжем. I was training. Дочку заберем. Шмотки. Сейчас лейтенант заметит связанного. We're ready. Give me room. Let's go, sir. Связанный сейчас убежит, он уже нам ничем не сможет помешать. Нужно снять лейтенанта и солдата. Кстати, с возвращением меня, я вернулся наконец-то на круги своя. Можно снова работать. Так, лейтенант не повелся на сигареты. Мы смотрим, как смотрят солдаты. Чтобы не попасть в просак. Yes, sir. Quick, wasn't it? Даже я ему бросил в ту зону видимости, где он их отлично видит, он их не хочет поднимать. Подлюка. Quick, wasn't it? Yes, sir. Так, сейчас мы их позовем. Лейтенанта и застрелим. Тут же никак не получится. Ну, замочи. Сейчас будем работать уже только вор. Ложимся. Забираем. Сигары. Готовку раз. Готовку два. Ползаем, забираем патроны, снимаем одежду. Проползаем, забираем патроны, кусачки и одежду. Ну, одежду, кусачки. В случае тревоги он бы подбежал и перерезал проволоку и начал бы нас искать, чтобы нам очень тяжело. Нас очень сильно озадачит. Иран Рис меня один раз спросил, будут ли еще дополнительные, будут ли еще миссии вообще ночью. Так вот, если он будет смотреть видео, я ему сразу же отвечаю, да, миссии есть. Нужно потихонечку подползти, тут кирпик будет. Нас заметят, застрелят, и тогда никакая миссия не будет пройдена. Извините, пожалуйста. Так. Берем отмычечки. Кусачечки. Гранаточки. Формочку туда. Отнимете к нам. Огнемет я даже не буду использовать в этой миссии, он нам не зачем. Это будет нужно настолько быть безбашенным, чтобы... огнемет. Меня заметили. Так, сейчас гранаты бросим в эту группу солдат. Так, гранат нет, я не передал гранаты. Сейчас передам гранаты и огнемет сразу. Ну и кусачки, зачем нам ты? Раз, нет. Сейчас снова вором возвращаемся сюда. Ползем. Нас не видит этот техник, который кимарит. Это нам облегчает задачу, то, что мы можем проползти. Что у нас с содержимое ящика? Возьмем вино, но и аптечку. А теперь привлекаем внимание стрельбой.
из пистолета. Ставим сразу же винтовку в автоприцел. Раз. Два. Не хочет один к нам подходить. Не хочет. Не хочет под люк и все. Не хочет подходить. Все, выстрелили. Включаем прожектора. Все, итак, миссия пройдена. До следующей дополнительной миссии. Номер 6. Все. До встречи. Пока.